с вами переходим к следующему стилю танца Апрок. И называется он Jerks. Jerks – это атакующая часть танца. И довольно важная деталь. Сначала начнем с нее. Мы отставляем правую ногу вперед, делаем кик, ставим ее на пятку, руки подтягиваем вперед. Пытаемся взять своего соперника. Подтягиваем себе. И левой ногой сзади подбиваем правую ногу. Отставляем ногу и делаем еще раз. Меняем ноги и то же самое правой ногой. Фух, подтянули, поставили, подтянули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но это не полный джеркс. И первый полный джеркс выглядит следующим образом. Я делаю кик правой ногой вперед. Раз. Дальше то, что мы делали с вами. Два. Дальше я отставляю левую ногу назад. Три. Грудь вперед и опускаю руки на пол. Довольно важная деталь. Дотрагиваюсь пальцами до пола. Делаю еще раз этот джеркс. Отставляю на счет раз. Делаю еще два, грудь вперед. Обратно защищаюсь. В такую. И опускаю вниз руки. Счет. Раз, два, три и четыре. Положил на пол. Дальше я меняю сторону. Раз, делаю левой ногой. Два, атакую. Три, защищаюсь. И четыре, опускаю руки вниз. И попробуем сделать две стороны этот джерк. Раз, два, три и четыре положить. Раз, два, три и четыре вниз. Думаю, можно выполнить этот джерк под музыку. Следующий джерк выглядит следующим образом. Мы делаем также кик правой ногой вперед, только уже не ставим ее на пол, а на воздухе. Кик, руки вытаскиваем вперед. Дальше мы делаем прыжок вперед на левой ноге и правую ногу убираем назад. Раз, два. Дальше обратно подтягиваем ногу, собираемся, скрещиваем ноги. Три. И сутулимся, опускаем, делаем акцент. Четыре. Это высокий джерк. Мы делаем. Раз. Два, три и четыре. Также мы можем сделать и другой ногой. Раз, два, три и четыре. Также мы будем делать с вами низкий джерк, низкий уровень. Мы делаем. Раз, два, все то же самое. Три и касаемся пола. Четыре. Раз, два, три и четыре. Опускаемся на пол. Давайте я покажу вам профиль, чтобы вам было понятно. Я делаю кик правой ногой, отпрыгиваю на левой ноге назад. Дальше я подтягиваю своего соперника, раскрываю за грудь. Два. Обратно сутулим. Три. И четыре. Раз. Два. Три и четыре. Раз. Очень важно работать грудью. Два. Три и четыре. Опускаюсь. Раз. Два. Три и четыре. Также можете внести небольшой нюанс по музыке. Вы можете сделать два кика спереди. Раз и потом делать. Два, три и четыре. Раз и два, три и четыре. Покажу вам бок. Раз и два, три и четыре. Раз и два, три и четыре. Делаем под музыку. И третья вариация стиля jerks. Поехали. Мы будем делать с вами side jerk. И потом мы будем делать с вами half jerk. И, то есть, часть поворачиваться будем на 180 градусов. И будем делать полный круг jerks. Начнем с side jerk. Мы делаем прыжок на месте.
Раз, две ноги вместе. И отставляем правую ногу в сторону. Два. Раскрываемся. Дальше мы продолжаем. Три прыжок. И опускаемся вниз. Мы делаем прыжок ноги вместе. Раз, два. Защищаемся, кто-то атакует с той стороны. Три и четыре. Раз, два, три и четыре. Раз, два, три и четыре. Мы можем также добавить небольшую деталь, мы будем делать. Раз и два, три и четыре. Раз и два, три и четыре. И движение будет выглядеть динамичнее. Следующий side jerk вариант. Мы делаем кик. Также начинаем с кика правой ноги. Раз. Отставляем ногу в сторону. Два. И также завершаем. Три и четыре. Раз, два, три и четыре. Переходим вперед. Теперь мы будем с вами делать half jerk. Разворачиваться на 180 градусов. Поехали. Мы делаем кик правой ноги. Руки вытягиваем вперед. Также оставляем ее в сторону. Раз, два. И дальше мы делаем разворот. И три. И садимся. Четыре. Давайте попробуем сделать еще раз. Раз, два, три и четыре. Опускаемся вниз. Также мы можем делать то же самое левой ногой. Раз, два, три и четыре. Либо развернуться в противоположную сторону, обратно. Давайте попробуем сделать. Раз, два, три и четыре. Дальше делаю также правой ногой. Раз, два, разворот, три и возвращаюсь в центр перед собой. Это был half jerk. И дальше мы переходим с вами к полному кругу. Мы будем разворачиваться на все 360 градусов. Поехали. Мы раскрываем ноги, правую ногу ставим на пятку, а левую на носок, а руки поднимаем вверх. Будто мы сверху кого-то берем и одеваем на себя вот так. Раз, два. Теперь мы должны развернуться обратно вперед. Три и собираем. Четыре. Опускаем на пол. Главное удержать равновесие. Поехали. Делаем еще раз. Мы раскрываем ноги. Раз, два, одеваем. Три и делаем jerk. Четыре. Опускаемся на пол. Давайте попробуем еще раз. Раз, два, три и четыре. Также мы можем сделать в другую сторону. Раз, два, три и опускаемся вниз. Четыре.